Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас выпал снег, во всей стране зима, а у нас только под конец февраля навалило снега. Сегодня у меня автомобиль Mitsubishi ASX 2013 года выпуска, двигатель 1.8 вариатор. Пробег на автомобиле 160 тысяч километров. Сегодня на этом автомобиле я заменю передние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба передних колеса и откручиваю цилиндры тормозного суппорта. Колодки устанавливать буду фирмы Nishimba. Поднимаю. Поднял автомобиль, снял колеса, откручиваю оба болта. Затянули. Они же являются сразу направляющей. Не отдельно направляющие с болтами, а здесь болт направляющая есть. Смазка присутствует. Здесь что-то туго идет. Беру ключ меньше сделан. Да, здесь маска уже высохла. Снимаю цилиндр. Колодки еще не мертвые. Но они уже стали издавать. А, пескун. Здесь до пескуна доточилось. Вот как раз из-за того, что верхняя направляющая подклинивала, износ колодок неравномерный. Смою маленько с цилиндра грязь. Это очиститель тормозных систем. Также промою внутри. Для чего мне это нужно? Чтобы вот этой грязи здесь не было. Я сейчас под пыльник добавлю маленько смазки. Смазка фирмы Febi для сборки суппортов. Поддеваю аккуратно пыльник, чтобы его не порвать. Подталкиваю шприц и немножко выдавливаю смазки. Теперь эту смазку разгоняю чуть-чуть под пыльником. Вдавливаю поршень.
поршень вдавил. Теперь вычищаю внутри старую смазку. Берем тряпочку, наматываем ее на отвертку. И также снизу. Снимаю вот эти скобы сверху и снизу, чищу сами скобы щеткой по металлу. Сбиваем всю грязь как сверху, так и снизу. И вычищаем вот эти посадочные места под скобами. Только аккуратно, чтобы не повредить пыльник направляющий. Еще раз смываем все очистителем. Продуваем все. Теперь устанавливаю на место скобы. Берем новые колодки.
Новые колодки, как я и говорил, фирма Нишимба, ПФ-3548. Внутренняя колодка с пескуном. Наружная колодка без пескуна. Радиаторов на колодке нет, поэтому колодки буду переставлять с родных, со старых колодок. Также обзавелся еще вот такой вот пастой Bosch. Пятерка, раз, два, три, четыре, пять, шесть нолей, 150. Если я правильно понял, эта паста идет для вот этих мест, куда на торцы встают колодки. Беру колодки и наношу маленько пасты. Никогда ее не использовал, но, как я и писал, я обучаюсь вместе с вами. Кто-то для себя что-то новое подчерпывает, а кто-то мне дает новые способы работы. Все, колодки установил, ставлю на место цилиндр. Направляющие я смазываю Тойотой. Я привык работать Тойотой. Пока использую ее. Смазываю направляющие. Также немножко смазываю резьбу. Смазки немного на торец. И немного смазки я добавлю в цилиндр. Завожу направляющее. Вся направляющая, вся смазка, которую я нанес на направляющую, она снимается пыльником. Пыльник здесь плотно сидит на ней. Поэтому лучше всего наносить смазку сначала вовнутрь цилиндра. Также и здесь я сверху проталкиваю вовнутрь в пыльник смазки и добавляю ее. Много не надо, буквально чуть-чуть. Разгоняю. А вот теперь можно ставить направляющую.
Также вычистил вторую направляющую. Маленечко смазываю резьбу. Смазываю саму направляющую. Опять же, не сильно, потихонечку, потому что все снимется пыльником. Наношу на торец смазку. И завожу ее. Закручиваю болты направляющие. Смотрим, чтобы они сидели на посадочном месте. Поправляем обе. Так, это у нас сидит, и это у нас сидит. Все, одну сторону мы заменили. Аналогичным образом меняем вторую сторону. И на этом замену передних колодок я закончил. Всего вам доброго!